In June 2019, Digit announced the prosecution of four suspects for their involvement in the downing of flight MH17. We also told that the investigation into other persons involved continues. We showed that the armed group in Donetsk was in contact with Russian government officials about military support. Recent analysis of witness statements and other information revealed that Russian influence on the DPR went further than military support. Ties between Russian officials and DPR leaders appear to have been much closer. Today, Digit releases a further series of recorded conversations. In addition to regular telephones, the rebels used secure means of communication. A number of these seem to be provided by the Russian Federation and, moreover, used by Russian top officials in their contact with the fighters. On our website, jitmh17.com, you will find the series of numbers that they used. And we released recorded conversations they had about administrative, financial, and military business. The indications for close ties between Russian government officials and leaders of the DPR raise questions about their possible involvement in the deployment of the Buck Taylor, which brought down flight MH17 on 17 July 2014. The Buck Taylor, originating from the 53rd Anti-Aircraft Missile Brigade, a unit from the Russian Armed Forces from Kursk in the Russian Federation. Добрый день, Александр. Да, добрый. Пока еще не знаю, к сожалению. Ну, ситуация следующая. Что не забыл. Вам удобно разговаривать? Еще рано. Да, да, удобно. Я вас вообще не слышу, сейчас проверю звук. Да, да, удобно, удобно. Александр, у меня ситуация следующая. Круг людей вашей системы у меня расширяется. У меня еще есть один парень. Вы существуете независимо друг от друга. Он у меня есть фамилия, имя. Они арестованы. В общем, взять их на поруки. Нам нужно поговорить. Если у вас в ближайшее время есть возможность, я могу подъехать. Я в городе. Ну, у вас далеко идущие планы, а у меня нет. Я выполняю приказы. Я отстаиваю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все. Не вопрос. То есть, я вам сказал, информация к вам дошла, придет время, да. Вы передадите по службе, и оно сработает. Дай бог, хорошо. Спасибо. Вот. Старый, да. А у меня к тебе один вопрос. А у тебя Давай. Есть начальник штаба, нахуй, блядь, стрелка, нахуй, блядь, нахуй, блядь, телефон? Нет. Нету? А ты с кем общался со стрелком вообще, нахуй, блядь? Вот ну, есть у меня люди там в Славянске, но это, как тебе объяснить, это не местные люди, это северные люди. Но я понял, я с местными вообще не общаюсь. А мы можем вообще связаться с ними вообще? К чему мы идем, нахуй? Я хотел бы просто узнать, как комендант города Макеев. Я хочу узнать, к чему мы идем. Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями Шойгу. И всех местных полевых командиров выкидывают нахуй с подразделений. И возглавляют москвичи. Но Макеевку это не касается. Нет, ты мне скажи, мне все равно, на Макеевку чи не Макеевку. Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я понял, кому мне подчиняться, блядь. Ты будешь подчиняться министру обороны. Какому? Кто такой? Министр обороны ДНР. Это кто такой у нас? Верховный главнокомандующий Бородай. Так, министр обороны Бородай. А Стрелков? Нет, министр обороны у нас Стрелков. А главнокомандующий войсками, главнокомандующий, как президент, и как премьер-министр, как во всех странах, у нас Бородай. Бородай, да? То есть Стрелков подчиняется Бородаю непосредственно. А, Стрелков подчиняется Бородаю, да? Да, да. Вот, такая вот ситуация. Готовимся к единоначалию в серьезной войне.
полевых командиров сейчас всех под нож пустят, потому что они уже взорвались. Грабят, насилуют, убивают, играют в политику. И ты это знаешь лучше меня, Саша. Замечательно. Ну все, ладно, понял, услышал. Давай, завтра встретимся. Да, кстати, мне звонили коменданты Константиновки, Дружковки, Краматорска. Они получили такие же приказы, они сейчас их выполняют. Понятно. И Артемовска тоже, кстати. Понятно. Артемовская, Часовьяра и Енакиево тоже самое. Угу. Алло. Манул. Да. Можем поговорить? А что, есть о чем? Есть. Скажи, этот Спартак и Бог живой? Да, живые. Переданы в органы ФСБ. Без вопросов. А ты что думал, я их пытать буду или убивать? Нет, ну я просто тебя... Я при тебе попросил. Когда-нибудь... Подожди. Нет, это за тобой не водилось. Лично за тобой. Я просто спрашиваю, они живы? Да, они живы, и Лара тоже жива, они переданы территориальным органам. Скажите, Мороза за что убили? Кого? Мороза, Володя. Какого Мороза? Возле воинской части, в которой вы все появляетесь, и Баранов, и Пинсова. Во-первых, мы появляемся, а там находится дивизия имени Дзержинского, которая состоит в структурном подразделении. За что они убили Монгола? За что они убили Мороза? Что значит убили? Была караульная служба, по ней открыли, по караулу был открыт огонь неизвестными людьми. Я понял. Этот дурачок оказался, блядь, туда сунул свой нос. Зачем надо было прыгать ему на грудную клетку, а когда он умирал, блядь, разъебашить ему мозг. Понимаешь, если ты думаешь, что я пальцем деланный, то у меня очень большая информация, я знаю все. Мне насчет информации абсолютно наплевать. Я остаюсь на другой стороны, блядь. Я абсолютно понял. Второе, наплевать. Второе. Скажите, вы нас в банк брали, вы себе случайно ничего не взяли? Ничего не взяли. 16 килограмм, 15 килограмм платины не брали? Ничего случайно не взяли, нет. У меня есть радиоперехват ваших разговоров. Это мне просто дали посмотреть. Не вопрос. Скажи, а для чего вы операции готовите для устранения беса? То есть вы сегодня уничтожаете... Не надо ли опустить? Слушай, если ты опер... У тебя есть интересная информация, 100%. Ты прямо знаешь, херню сейчас несет. Нормально, да? То есть сегодня уничтожаю? Да. Нормально. Я уничтожаю несколько других людей. А у тебя есть информация, сколько диверсионных групп я знаю. Мне просто дали послушать телефонные разговоры твоих с Барановым. По Торезу, блядь. Я поехал, блядь, вообще не знаю, в какую, блядь, я разведку поехал. Там не было правосека. Вы, сука, оттуда тащили все, что не прибито гвоздем, блядь, включая Порша, блядь, нам. Вот. Понимаешь, обычные, блядь, разбойники с большой дороги, блядь. А вот ты запроси по поводу нас, твое руководство или руководство Бизлера. Да я уже запросил. ГРУ. Я уже запросил. Если, конечно, у тебя есть ДОКа. Скажи, за что вы взяли ДОКа? У ДОКа третья стадия рака. Ну, ладно, он весь изрезанный, блядь, понимаешь? Человек мне сказал, я, говорю, хочу что-то доброе сделать. Если ты опер, ты прекрасно знаешь, тому была поручена операция по ликвидации меня, Баранова и Салата. Тебе озвучить кому? Или тебе дать его показания? Озвучь. Пальцем не трогать. Озвучь. Там прямо сказано, что это было поручено тебе. Вот, мне все равно, все, что там где-то что-то было, но я информацию сегодня имею. Очень и очень полную. И мы сегодня напрямую, уже неделю напрямую, все подтекло в Москву. И назад получаем команды. Я тебе просто говорю, что дай бог, чтобы все были живы, я у вас подвал. Я тоже получаю команды из Москвы. То же самое. Но у вас ФСБ, да. У нас ГРУ. Вот и все. Там все отличие. Ну и все, ты знаешь, я об этом знаю прекрасно. Я прекрасно отвечает. Я давно с тобой хотел поговорить, звонил тебе, но ты трубки не поднимал. Если бы мы раньше начали разговаривать, мы бы раньше нашли точки соприкосновения, понимаешь? Да.
Алло. Алло. Да-да. Это Бородей говорит. Как там, Иваныч, где-то рядом? Да, даю. Алло. Алло, ты где? Ну я к штабу возвращаюсь. Ты к штабу возвращаешься? Да, тут все, концепция меняется. Мы теперь не богатые скотопромышленники, а нищие вечные, как бы попрошайки. Ну, у меня просто давай, есть для тебя информация, так что, в штаб ехать? Да, возвращайся в штаб, со штаба будем, как говорится, дальше скакать. Давай. Все, ладно, все, едем в штаб. Угу. Как всегда, мы едем. Там я знаю, там у меня, сейчас я тебе расскажу. Вот, там занимается. Да, Николаевич, добрый день. Привет, Саныч. Саныч, слушай, вот, значит, сейчас этот человек от меня, Македон, поедет, так? Я, во-первых, передам тебе пропуск этот на Медведя, чтобы... Ну, вот так, если в следующий раз наш пропуск едет, он, чтобы не было вопросов ни Константиновки, ни... Я понял, дорогой, понял. Раз, да? И этот, как ты насчет того, что вот у нас есть вот эти телефоны, ты знаешь спецсвязи, да, которые? Вот. Через интернет, который, знаешь, закрытый, вот у этого... У Агапа стоит такой, у Чапаева это не было. Не знаю, ну скажите, надо приобрести, а что за телефон? Да не надо его приобретать, они спец это самый телефон, и ты их не купишь, они через Москву идут, через ФСБ. У Бородая такой стоит, у Губарева. Короче, тебе этот поставить такой телефон, нам проще будет тогда общаться. Давай, хорошо. Значит, я тогда дам твой номер телефона Яцеку, там нашему этому, который связист. Он тебе на этой, ну, максимум до понедельника позвонит, как аппараты придут новые, да? Вот я читаю, смотри, я список читаю, кто у нас. У кого? Стрелков, Бородай, Губарев, Агап, Чапай. Так, ну, Калматорская комендатура, Константиновская. Мой телефон, так, Изварина, Мозговой. Значит, дальше. Снежное, Захар, этот самый, Оплот, понял, да? Как его, Кальниус, Губарева в Ростове, так, Дружковская комендатура, Аксенов, Пургин, Боцман, Бес, Кальниус, вот те, которые сейчас вот заведены, ну, у кого есть эти прямые телефоны, там 3 цифры набираешь, он через интернет идет, но там спецсвязь, он не прослушивается, то есть у тебя есть на интернет на базе? Вот. Да, я найду, сделаю, у меня есть. Ну, то есть он стационарный телефон, ты понимаешь, да? То есть, ну, и там это не прослушивается абсолютно. Вот, то есть он этот, если тебе надо, то потом, ну, оно проще связываться, я говорю, со всеми, там, с тем же Бородаем и так далее. Вот, он тебя наберет, так, вот, и поставит тебе телефон, это все бесплатно и так далее. Алло. Да. Да, улица вообще. Алло. Алло. Алло, 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 да. Да, привет, привет. Это я. Да, слышу, слышу. Ну я поговорил там с нашими, так сказать, товарищами, самыми старшими, что там, ну, старшими бывает, что там отвечают за эту военную историю. Угу. Ну, сказал, ну мы типа, да, до нас все доходит, мы знаем, мы типа, да, мы же планируем, ну, переломное действие, там я уже всем уши пропел на это. Да, мы все понимаем, мы готовим. Но я, честно, Сашка, не поручусь там за качество этих ответов, поскольку ты понимаешь, что они хоть и мои товарищи все, но там доверять полностью, там, что они там готовят или не готовят, нет полностью. Да, я все понимаю, это примерно так. Ну, я в любом случае это все. Неделю продержались, тяжело, но еще продержатся. Ну, ну да, вот. Примерно, Саш, ну, честно говоря, вот по тону примерно так, да, примерно так. Вот, поэтому я там, насколько мог, ее заострил, эту ситуацию, посмотрим, что это будет. Вот у тебя там сейчас, я поговорил с гостем, с Артуром, да, он там мне так примерно сказал, что я тебя уже и так знаю, но я, по крайней мере, хорошо, что у него там нормальное, адекватное настроение, это уже большое достижение по нашим временам, но, конечно, у него тоже оценка, как у тебя, уже такая, мягко говоря, критическая, то, что там сейчас происходит, и наши там возможности. Ну, мы... Да, я понял. Да. Мы по-прежнему о чем
о чем я хотел тебе сказать. Там, поскольку население все равно там имеется, и мы с тобой наши социальные вопросы должны доводить, там, вот тот человек, которого мы хотели прислать, у меня тут этот вот Сиренко есть такой, да, он, видимо, к тебе вернется. Сейчас, ну, он мне звонил, просил помочь человеку, у которого отжали джип, я помог только что. Вот. Понятно. Ну, как жизнь всегда, идет, да, своим, жизнь идет своим чередом, да. Вот, да, жизнь идет тебе, своим чередом. Он тебе скорее вернется, но я тебе прошу, ты там, если сейчас можешь, если есть кому тебе там поручить, ты там обстановку хотя бы в городе, в каких-то районах изучи и сделай нам заказ, по что нужно тебе по подготовке к зиме, там, по социальным выплатам каким-то там, или тем, которые законом предусмотрены, или тебе новое что-то еще нужно для населения, там, учитывая меняющуюся ситуацию. Но мне нужен какой-то более-менее профессиональный заказ по твоим потребностям в деньгах, если там надо, еще и лекарства, и что-то еще, если сейчас тебе нужда в этом есть. Ну, вот эту гражданскую историю. Что, гражданскую историю сформулировали, да, деньги, которые были выделены, вот эти, они заканчиваются. Они закончатся на районе уже, они закончатся через один день, по всей видимости. Ты мне это говорил, но вот поэтому я тебе сам и прошу, ты все-таки посиди там с кем-то, кто хоть что-то в этом понимает, и сформулируйте нам, ну, более-менее адекватный заказ, что нужно, мы это быстро сделаем. Хорошо, хорошо, я понял. Ладно. Да, вы именно да. Для населения, Саш, потому что вы сейчас там в окружении, вам вдвойне важно в этом мешке, чтобы с ними хотя бы там не любовь возникла, но хоть какую-то там заботу о них, что-то туда-сюда там, ну, и так далее. Чтобы хоть в спину вам стрелять не начали, вот что вам. Да, я согласен с этим, потому что эта ситуация... Потрать там где-то другое, но я уже в понедельник, вторник тебе все решу, там у нас это дело такое техническое, мы быстро это сделаем. Хорошо, хорошо, я понял, понял. Я прошу об одном, адекватный заказ, а подготовку к новому учебному году, посмотри, может быть, можно какие-то жесты сделать, дети все-таки в какой-то степени там будут оставаться, уж не знаю, сколько их там будет, или все разбегутся, не знаю. Второе, это подготовка к зиме, но это не только деньги, это еще и технические вопросы, которые могут возникнуть с топливом, там, с газосложным снабжением и так далее. Ну и, конечно, деньги как таковые, может, кому-то надо пособие выплатить, кому-то там пенсии выплатить, или доплаты к пенсиям, или просто ты найдешь какую-то новую нишу, которую тебе надо подпитать, чтобы люди там поняли, что о них кто-то заботится. Вот так бы я хотел попросить тебя. Понял, понял, хорошо. А по подготовке к зиме, знаешь, я тебе думаю, Саш, надо просто демонстративное совещание устроить, так как и губернаторы всегда делают везде. Уже сейчас, или сейчас самое время этим заняться. И проведите совещание по подготовке к зиме. Вдруг пусть все знают, что мы там надолго. Хорошо, хорошо, будет сделано. Готовимся к зиме дружно. Ладно, понял. Я на связи, если что, Саша, тогда, ну, все. Я, как говорится, завтра я буду в разъездах и буду не все время на связи, но буду стараться там, если что, отзвонить, ладно? Хорошо, хорошо, спасибо. Давай, удачи там себе, пока, до свидания. Угу.